Время 11 часов ночи. На данный момент с приора проведены работы по установке акустики левой и правой двери. Установили твиттеры. Это компания одна акустика Ground Zero. Установили подиумы. Задача была провести межблочные провода к магнитофону от усилителя. Заменить старые. Мы хотели добраться до старых межблочников, хотели вытащить магнитофон, но не так-то тут все просто. Здесь нанотехнологии, не поставили установщики, чудо-установщики салазки, а решили просто зашумить это все и проклеили все мандолином и запихали магнитолу. Просто так ее у нас получать, вытащить не получилось, пришлось ее расковыривать. Ладно, это полбеды. Рамка, которая идет на магнитолу, чтобы здесь не было щели. Как вы знаете, на приоре здесь может быть щель, потому что магнитола, она имеет прямоугольный формат, а здесь она рассчитана на более такую, не знаю, трапециоидную форму. И рамку просто не прикрутили, ее просто поставили и тоже зажали. Клиент сказал мне, что эту машину сделали за один день. Тут поставили акустику вперед. Вот такую акустику Edge. Это бюджетная эстрада. Где-то ценником в 1500 рублей. К бюджетной эстраде они взяли и прицепили компонентные пищалки. Пищалки уже демонтированы. Мы уже поставили пищалки от комплекта Ground Zero. Поставили сюда они блины, усилитель и магнитолу с проводкой за один день. Неудивительно, почему за один день. Быстро-быстро напихали все в кучу и все. И потом приходится со всем этим бороться. Клиенты жалуются, почему акустика не поет, начинает шуршать. Такие дела, ребята. Дешево не значит качественно. Выбирайте правильную студию. Всем пока.